Чернобыль? Не знаю. Это вообще о чем? Я не понимаю смысла вопроса. Нет, не могу сформулировать. В метро... Метро Урал-Маш, 8 утра. Ой, это любимый мультипликационный герой, который однажды родился на Луне и свалился на Землю и живет среди кузнечиков и прочих насекомых. Милое создание, фиолетового цвета, с тройными четверными ушами. Ты такой пришелец, который с Луны свалился. Персонаж мультфильма. Это я, когда мне к первому уроку, а я прихожу ко второму. А, это герой из мультфильма. Популярен. Смешарики, нет? Розовенький. Мы все станем лунтиками. Че, караул был? Здесь все темно, страшно. Все, умрем. Я одна единственная, зарплата вся моя и все, наверное. Эта жизнь приносит нам каждый день очень нестабильные процессы, но тем не менее мы с вами всегда со всем справляемся и все у нас будет хорошо. Сначала прямо, затем вниз по лестнице спускаетесь, поворачиваете налево, еще раз налево, ой, простите, направо, направо, еще раз направо, вниз, четвертый пролет, прямо руки помыли, вернулись два шага назад и снова налево, и вы тут. Так, пройти турникет у нас надо потом налево свернуть, пройти через широкую белую дверь красивую. И по запаху попадет. По лесенкам с третьего этажа спуститься на первый. В общем, спускаетесь, говорите, я на совещание, идете все прямо-прямо-прямо, заворачиваете в какой-то туннель, дальше прямо и увидите... Нет, вы почувствуете запах, это же запах, то есть вы придете на запах. В общем, как на запах? Можно после уроков на вниз по лестнице, можно за денежку.